Доброго утра! У нас уже, правда, не утро, но мы еще все в пижамах. Проснулись в 9:20 где-то. Вот, сейчас уже 11:10. Я тут замесила меренгу. Ну, что значит замесила? В общем, сбила два белка, которые я... Сейчас я звук тут прикручу. Взбила два белка, которые взвесила, и в два раза больше, чем вес белков. Добавила сахарной пудры, все это взбила. И попробую сделать букет из меренги, потому что мальчикам сегодня на день рождения, до Виолетты. И я? Да, а ты там останешься? Не знаю, я не думала об этом. Останешься. Пеки, сейчас я поговорю сама с собой. Вот, и поэтому, в общем... Сейчас приготовится меренга и поедем на день рождения. Соберем букет вроде бы в обед. Нас пригласили в час, Гриша сказал, да? Вот сейчас 11:10. Вот я пока накрашу ногти, потому что лак от Фаберлик, конечно, уже пострадал. В общем, сейчас я буду перекрашивать. Вот эти лаки от Фаберлик, конечно, фиговые вообще. Мне вообще они не понравились. Но цвет-то ладно, он такой детский-детский, но он в три слоя аж наносится. Он безумно прозрачный. В общем, даже два слоя смотрится отвратительно. Ну вот, мизинец, да, более или менее. Но только в три слоя, но для меня это жесть, когда столько слоев лака, мне это не нравится. Так что сейчас буду стирать его. Так, у нас тут акробатика, мы смотрим, пока у меня сохнут ногти. Вот такие вот ногти, фаберликовский лак. Да, так что мы сейчас смотрим. И ты смотришь? Мы с мамой. Да. Они как круто крутятся, да? Да, вообще. Обалденно. Как они так умеют? Так, у нас сейчас уже обед. Перед днем рождения обязательно борщика надо поесть. Да, Григорий? Да, мама. Молодец. Мама. А. А ты помнишь? Да. Да. Ты был маленький, было много снега, и мы вот так ездили, да? Угу. Так, я уже все складываю. Халатик этот очень здоровский. А я вот... Мира, как рядом, а Вики его бодяра! Так, вот такие вот безешки получились. Правда, я, как всегда, спешу и сделала температуру чуть побольше, и они потрескались, но некоторые, вот эти вот нет, а вот этот вот прям сильно треснул, но они будут каждый в пакетике. Афонь, пожалуйста, можно я скажу? Ну, все, иди кубики убирай. Так, и сейчас они остынут, я упакую каждый в пакетик и соберу букетик. А так, в общем-то, мне они нравятся, такие розочки по форме. Так, вот так вот будет каждый цветочек в пакетике. Здесь завязано будет сейчас ленточкой снизу. И будем делать букетик. Я даже нашлась ленточка под цвет вот этого вот мятного цвета. Вот такая вот. Так что сейчас ей буду низ завязывать. Так, готовы. Все, завязала. К сожалению, на двух есть бантики. А потом без бантиков просто вот так вот. Потому что тогда бы ленточки не хватило на все 7 розочек. Блин, они мне очень нравятся. Так, букет у меня, конечно, получился еще тот. Упаковщик с меня, конечно, никакой букетов. Но, мне кажется, для первого раза неплохо. Но надо все-таки тренироваться. Но мне нравятся такие букеты. Они очень вкусные и красивые. В общем, красота. Сейчас пошли одеваться и поедем. Все, мы едем. Взяли букет, подарок. И... Сейчас поедем. С днем рождения, подождите, давайте же это, поздравим-то Виолетту. Да мы и Виолетту и не приглашали же. Все, заходите, мальчики, а что вы? Давай подержу. Давай, подержу. Давай, подержу. Гриша,
Наоборот, сюда садись. 10. Аккумулятора нет, Афонь. Понимаешь? Да, батареек там тоже нету. Нет! Тихо. Да и ты еще такая же. Ну, с другой стороны, Виолет смотрится. Ну, а тебе как-то сюда? 2 минуты назад. Сюда как-то пройти? Ты загадываешь желание? Загадываешь желание? Подожди, давайте песенку споем Виолетте. Тую, с днем рождения тебя! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday to you! Виолетта, ты должна была придумать его давно! Держи, на папу смотри, улыбайся. Ура! Сейчас, вот еще раз. Сейчас, а ну еще раз пойду. Очень быстрее, это уже чай допивает. Подождите, господи, вы сейчас... Чай допивает. Гриша! Горячек, ты не дуй, подожди. Подожди, папа зажжет, хорошо? Сейчас папа зажжет, а потом ты будешь дуть. Подожди, свечка загорится. Там просто спичку пиздует. Вот и все. Так, едем домой уже. На хуторе. У нас прям сегодня хорошо. +3, но ни ветра, вообще ничего нету. Так, а мы едем. Кино в СБС. Я уже купила билеты, вот сидя в машине. Как сейчас это круто. И пойдем еще в Ашан. Так что тут уже что, ремонт закончен, да? Все уже сделали? Или с той стороны? Ну так вроде все, да? Ремонтных этих уже нет. Так, сразу накрытую парковку. Так, все, ждем папу, а то он не верит, что машину закрыл, решил проверить. Машан, ну что, закрыл? Покажи. Папу, руки, да, мальчики все выбрали. Папу, руки, дуки. Да? Гля, какая классная, как будто хвост тут павлина, да? Гитары классные вообще. Ну, правда, это витринный образец побитый, но она прям лаковая. А. Да. Настоящее. Оно, видишь, скрученное просто. Видишь, оно гибкое вот. Сколько оно стоит? 2000, 1900. Пошлите за папой. Покажи, Антош. Не то сидишь. Прикольно. Я... Как его там? Я россиянин. Тебе надо, сынок? Чемодан тебе надо подарить? Да. Хорошо, ну пошли. Да? Так, Афонечка, пошли, не трогай чемодан, пойдем. Идем. Какой клевый набор дорожный. Это что? Шить набор. Вот эти классные таблетки, которые мне нравятся. Буду брать вторую пачку. Прошлое у нас, по-моему, тоже было на 60 штук. Вот одна мойка выходит 6,88. А тут, получается, одна мойка вот выходит 11, либо 12 рублей. Все катаются? Мама, всем привет! Ой, блин, всем привет! Тихо! Афонечка, Афон, не надо так делать, сынок. Фоль. На. Григорий. Бабушка Афонкина. Угу. И все, мама. Мама. Да. Так, пошли ложить лопатки.
Фоня. Лопата из канистры. Да. Все, мы сейчас в Леруа Мерлен еще Степе подарок посмотрим. На 23. Ну еще ж, они ж свои-то не будут знать. Ну кому что, они ж не знают. А кто там смотрит? Сейчас уже толком никто не смотрит. А я не знаю. Какие тут орхидеи голубущие. Блу. А ты кактусы смотришь? Вообще-то я люблю кактусы. Так, пошлите за папой. Мама, а ты какой он? Ну не трогай его сына, он же колючий. Да? Так, все, мы зашли в СБС. Рыба тут какая висит красивая, да? Не настоящая, но красивая, да? Мам, она как она? Не, она сшитая, это как подушка. Рыба классная, да? Да. Она вся, это подушки такие, сынок. Мама, смотри, какие шляпы. Да, и шляпы тут классные. Я свой. Это экспедиция, и рыбы тут какие. И шляпы. Все, мы в кино идем. Здесь чего-то закрыто, какая-то экспозиция меняется. Мама, тут... Значит, меняют аналог. Да. Все, наши дети все идут. 12 этаж. У нас не самый верхний. Нет. Самый верхний это 13 ряд. Да, давай. Настя Сергеевич, расскажите. Как тебе, понравилось? Ну, конечно. Да. Пока не появился вот этот, как кто он был этим? На ТНТ он в каком фильме был? Это актер. Рубль, полицейский срубль. Да, пока этот актер не появился, было скучно, да? А потом прям все стало круто. Да, а Глая, конечно, прикольная. Да, я муровец коня, то вечно. Да. Так, тебе понравилось? Тебе понравилось? Да. В общем, даже моменты были, когда мне было скучно, пока не появился этот полицейский с Рублевки. Тогда все стало намного веселее. Я даже плакала, когда весь стадион пел эту песню. Я прям рыдала. Но начало что-то как-то скучновато. Все, мы уже домой. Алёха, Антоха. Осторожно, а то сейчас врежется у нас дверь. Все, все, все. Все? Всегда соблюдаю правила безопасности. Ой. Поехали на второй. Так быстро? Мы на первом. Он не работает, наверное? Ну, не работает. Пошли. Ну, открылся, да? А сейчас... Или кто-то нажал, может, на открытие двери, нет? Пошли тогда по ступенькам. А, не видишь. А, они, наверное, все не работают. Короче, едем на лифте, уже дверь была закрыта. Но лифт все-таки... Да, но лифт все-таки приехал. На второй этаж, да, высоко. Мы высоко. Да уже никого нет. Тут еще и темно на парковке, блин. А? Да? Какую хочешь, такую и садишься же. Да, да, да. Да. Антон Сергеевич. Так. Сказывайте, где мы теперь? В Сочи, в горах? В сугробе нас завалило. А сейчас, подожди секунду, в Венеции мы окажемся.
и в Санкт-Петербурге выберешь на свою, когда будут лить. Когда буду монтировать? Не, в Англии, там дожди льются каждый день. Да, да, мы в Лондоне, да? А Англия и Лондон это разные, да? А? Англия и Лондон это разные, да? Да, это разные страны. Ай-яй-яй-яй, география у нас хромает. Хромает, не, ну я знаю, что я хочу в Москву. Вот тебе сейчас Англия пойдет. А, нет. Нет, это что? Это Санкт-Петербург. Это Москву завалило снега. Да я уже в Москве. Да. Ну что, Сереженечка, пропутешествовали? А сейчас еще нас посушат, как будто мы в Египте. Египет за что? Салют!